уже. Главное не спулить нам этих мобов, блядь. А мобы свои. Давай, чекай, и будем начинать. Вы уже почти доехали там. На ходу доедете. Все заехали, да? Все готовы? Ну, я так понимаю, что у него в натуре хардмод не включен, у него хп мало. Ну, что, поехали? Поехали. Ну, с пула должно обновиться. Да? Погнали, да? Не, удали, поехали. Ну вот, представляешь. Я же говорю. Смекалка лукается. Кто-то налил лужу. Ну, типа, вот я еду, типа, я же не могу, могу что-то нажать. Тяни, Егор. Макс, тоже чуть-чуть поближе подъедь вправо. Вы что так быстро стакаете, ребят? Помедленнее стакаем. Хорош. Макс, сзади колчана, но я не до него не достаю. Да, не лейте лужи, не лейте, сука, лужи. Пиздец. Развалили нас. Да, нам пизда. Ну типа вот эта фигня нас убивает. Вот эти цветы, их надо не к боссу толкать, а в стену. Да, за тобой этот гонится сложно. Артема, красава. Пока что наши единственные 10 стаков. Да все, мы сдохли, бля. А чё, как это работает? Ну, луч заморозил и все. Вот эти лучи, которые ездят по комнате, от них надо типа уворачиваться. Саня, ну ускорение нажимай, блин. Ну, он да. Типа прожался, прожал это все. Как вот разморозится. Он просто на мне появился и все. Ускорение. Типа, ну, все, тебе не повезло. Я понимаю. А сколько КД до ускорения, Саня? Тёма ускорение. Ох, хорош, Тёма. Я еще могу нажать. А, ну, то есть ты вообще по КД можешь нажать? Разрушитель вообще могут по КД. Тёма, нам нужно это. Нам с тобой нужно колчедан. Ну, колчедан хавали. Сдохли. А. Вы мне скажите, что делать, когда на тебе этот левиафан, да, и надо еще цветок откидывать? Надо уезжать от левиафана и откидывать цветок. Лила лужи. Вам сказали, лужи не лить. Зачем лужи тут еще? Нахуй вы льете лужи, блядь. И хилить надо с мотоцикла машины, блядь. Возить колчедан, блядь, нахуй хилить. Хилки нету. У тебя нету, у тебя крючок. У кого-то на мотоцикле хилка, только пассажир, по-моему, хилит. Что-то разъебал вообще без шансов. Вообще. Да тут дело привычки просто. Люди. Ну, первый раз зашли в учебу. Так урон постоянно по 5к тикает, ебать, это вообще почему? Вы так быстро не стакаете тоже колчедан? Там 4 секунды стресса, можете, ну, только тогда кидайте колчедан. Два как раза это... единичку и двоечку. Как называется дебаф от колчедана? Синий колчедан. Там синяя и такая еще... хуйня. Ребят, следите за рейнджой, потому что бывает колчедан не долетает. Ну, чтобы в том ивену вписать, как называется дебаф? Синий колчедан. А? Еще раз, как? Синий колчедан. Сейчас я в Tell Me When себе захуя. Я еще вот сижу в машине на пассажире, да, в этом. Я вижу, тут есть кнопка загрузка в катапульту. Сесть в ковш катапульты и приготовиться к тому, что ну, вами выстрелят. А у меня кнопка кинуть, я понял? Да, то есть, ну, вот это сесть, надо анонсить, сесть, получается. Сесть. Ну, сядь. Ну, сел. Сань, заедь на почин. Я так понял, когда он кастует, ну... Заедьте все на ремонт, залутайте себе энергию. Да, энергию. Смекалка, заедь на круг, сделай себе энергию. Сейчас я, подожди, я с вами его нужно разберусь. Да, он 300 жмите. Быстрее щиты жмите, чтобы каст сбить, а то у меня уже полкаст, он прокастил, а вы даже щит не нужны. Вася, у меня щит КД одну минуту. Помни это. Сбивает каст не щит, а электрошок. И чтобы сбить, нужно подъехать близко к боссу. К модельке прям. Щит, чтобы не сдохнуть. А щит, чтобы не получить урон. Да. Раньше времени не нажимайте, просто щит. Прямо позиция. Кстати, там не Вася, а Андрюха. Так, все заехали в комнату.
По-моему, все. Еще раз даю, Ирчи. Не спешите стакать с колчедан, но я же вам говорю. 1-1-2. 1-1-2. Размеренно. Да-да-да, ты тогда оставил, смотри, когда меньше 25 будет, тягай колчана. Ну, то есть два раза ничку, один раз колчедан. Так, не запускайте, у нас кто-то не пушит. Ну вообще, ребята, я бы поправочку. На мотиках, которые... А, скажу, пожалуйста. Это, когда вылазят вот эти вот цветы вообще, в принципе, вы должны на мотиках их сагрить и подводить к танкам, который свободен. Не на ком висит этот босс. Вы подводите к танку, который стоит свободно, чтобы он заталкивал их в угол. И еще, потому типа, на разрушителях там ускорение, пока да, юзайте, оно как бы там нормально тянуло. Баф секунд, по-моему, 15 сколько там висит? Ты понимаешь, он стоит 25 колчедана, блядь. Ну, когда да, он закончится через минуту этих клацаний во всей комнате, нахуй. Так, в смысле, ты, когда у тебя рядом эти лучи, ты просто прожал, и все, как бы, поехал. Ну, это когда ты лучше за тебя. Ну, да. Если ты видишь, что лучше тебя догоняет, или, блядь, видишь, что этот босс тебя догоняет, тогда только нажимай. Че, все определились? Егор, это на тебе этот контроль этой хуйни. Это все, один не в машине. Да-да-да. Кто не в машине, ебать? Хитагами. Ну а что такое там, нахуй? Алло, блядь. Мы что, все ждать будем 2 часа тебя? В смысле не в машине, в машине? В машине, в машине. Все показывает то, что он вот стоит перед этим. Так, короче. Все. Не ебите мозги, все бак. Готовы, так, нажали. У меня есть, да. Блядь. Бьем. Еб твою мать, что ему надо, блядь, от меня? Ну, зависло или что? Зависло, да. Да. Пацаны, вылет, поздравляю вас. Ой, блядь! Это хуёво, короче. Ну, что за говно, пока я колчедан просрал. Бля, а это может за ХМ режима? Они же писали, что за него вылетает. Да, они починили это сразу же почти. Какая глупая из зарлапа вылетает. Пойдём ей вперёд тупо. А где инфа, что починили? Я вот в канале Дискорда не видел, чтобы они говорили, что работает. Они писали, что они откатили свои изменения. Что они откатили, они так и не сказали. Они нам убивают тут, дают, да и все, блядь. Короче, пацаны, получается, убили, нахуй. Сервак положили, ясно. Пока сервак положили, можно я скажу, блядь, вот про то, что вы говорите, стакать 1-1-2, это неправильная хуйня, потому что чем больше стаков на боссе висит, а максимум 10, тем больше урона в секунду босс получает от колчтана. И всегда была тактика сначала 10 настакать, без всяких единичек, и потом поддерживать. И так будет максимальный дамаг, ну если ХМ делать. Так, если ты всю энергию выпалишь, нахуй, бать, а у тебя нету рядом колчедана, как ты будешь, блядь, обновлять? А колчедан на что? Колчедану ехать сразу надо. Водитель едет к колчедану, пассажир тянет. У тебя есть 10 секунд, нахуй. Вдруг ты не успеешь, у тебя стаки проебешься. Ну, значит, не будет ХМ режима. Так надо успеть. Давайте заранее подъехать там, где есть колчедан, и все. Или выбить его, подождать. Да, вся сложность именно в том, что водитель едет к колчедану и одновременно стреляет. Ну вот это что вот он имел в виду? Имер, кроме Ульдуара, все, откатим. Я что-то когда не проверял. Ну, типа, если пробовать ХМ режим, то максимальный дамаг сначала 10 стаков, а потом поддерживать. А если ты будешь через 1-1-2 сломал играть... сервер, опять, нахуй. Это по-любому Лоя опять что-то тыкнул, нахуй, не то. Блин, бля, Тёма, где кнопки твои? Выбирай их, нахуй. Я колчедан притягивал. Колчедан, не только... Тебя не просят тыкать, а? Ты как обычно, блядь. Просто колчедан так, а ты, блядь, врубаешь сервер, нахуй. Время дунуть сходить есть 2 минуты, да? Да. Или нет? Взяли сервак, положили. Я не могу. Смотри, если мы сейчас опять начнем убить, и сервак упадет, я думаю, это проблема в нас. Да не, первый раз-то не положили, чё вы. Все заходит. Первый раз. Все, работает. Сейчас снова положим.
Тут какой-то Руслан, пацаны, цепляй его за яйцо. Ладно, он убежал. Мне кажется, тебя цепнут, чем ты цепанешь. Трэш, что ли, по новой? Трэша нет, башня сломана. Не-не-не. Пидорасы на Сирусе! А кто бой вешает, блядь? Ассуж... Кто бой нахуй повешает? Босса? Да это кто-то остался. Люди, там, рисну... короче. Да, кто-то да, появился люди. В инсте возле босса. Босс. Шмаляй, видите, нахуй. Сука, бля, не шмаляй, пидорас. Зашмалял, нахуй. Главное, половину из инста выкинь, кто-то у босса. Как изображение хуёв над головами? Хуёв? Бля, у меня да, нету хуёв. Должен быть. Обязан. Хуёв нет. У тебя хуя нету, бля. Ты чё, бля? У меня хуй есть. Новость нахуй. Насрыло без хуя. Это плей-левел влияет? Типа, здоровье наше ничего не влияет? Может, пробав? Нет. Только и там левел. Ты запрыгнул все? Столовка, я тебя резну. Да ой, Женек, заходи, чего? Не забудьте. Бля, это самое. А эти, может, мы до боя колчедан весь собьем? Может, убиваете, не? Вообще так и делается. Нахуяриваются колчеданы, они падают, потом вы ездите и собираете. О, ну это уже нахуй максимум. Тёма, сбивай надо. Войд, заходи. Почему-то бой повесился. Потому что колчедан сбивает, там же типа... мобы их держат. Ну, то, что они пропадают потом с земли через какое-то время. Ну, бой бы повесился, стенка бы въебала, и все. Войд, где ты там? Слава, ты где? Чешься 5 хп, это просто. Смешно будет, если колчедан пропадет весь. Ты его сейчас часто не притягивай, вообще же бесполезен. Он с фулл энергии. Он просто пропадает. А я ж хотел чинить, подожди, я не в ту трофейку сел. Не в тот чоппер. Макс, подойди туда ближе к углу, вот к тем двум хотя бы колчеданам, чтобы мы сразу... Ну, тебя, блядь, да, показывается. Нет, что там в мотоцикле? Попривозите колчедан тот, что стоит за линией, блядь, сюда. А босс не запустится? Ты не должен. Я понял, да, у тебя же... А у нас, получается, энергия отдельная, да, у пушки и у машин? Да, вот чё, ебано, что да. Я а как тоже чек? Могу видеть, сколько у Макса колчедана. А, ну, он тебе говорит. Запомни цель, возьмите. Да, кстати, да. Да, давай, я тебе буду говорить. Столовка, ты можешь колчедан туда зацепить? А у меня четверка лечения. А, все, хорошо. Давай, садись. Нет, ты пропадаешь. Да. А ну, ну-ка, еще раз лезь. Все, давай, садись. Горит, ездите, блядь, лечите машины, блядь. Набор первой помощи полностью восстанавливает здоровье вашего пассажира за 4 секунды. Я не могу фокус. Я полечу, нахуй. Так, что у нас все зашли, все готовы? Ну, Войда нет. Войда нету, ну. Слава! Слышишь, Кирилл? Не лечат эти мопеды. Я знаю, они лечат пассажира за лупа. О, пока он в флот уже бил, отойдет. А в какой момент вообще закидывать челиков? Я сам здесь? Да, я тут. На боссе стакается
этот Че? Баф, там, скорость какая-то называется. 4 трофейки, они по меткам, да, стоят? А 5 трофейка, получается, я каз, да, сбиваю босс? Ну, давай так, да. Просто кто ему каз будет сбивать еще? Одна машина сможет каз сбить? Да. Ну, да, там каждые 60 секунд откат. Я вот сейчас каз сбивал на первом пуле. Только лужи не лейте, блядь. Каз прям почти закончился, прям только до сих пор успел сбить. Ты своему Чопер. Партнеру, вот кто с тобой сидит, ты ему говори, нажимай щит, потом, ну, там, ты сбиваешь каз. Рыло здесь? Ну там сразу запомните, кто с вами сидит, и называйте ник человека тогда. Рыло? Рыло, да. Микрофон. Вы, да, вы просто лишнюю информацию старайтесь меньше говорить, чтобы было слышно. О, Колчинан пропал. Допустим, Лоя, прожми щит. Ну, на моб бы отрезали, всего не надо сейчас сбивать. Сейчас бой начнется, угу. Позбивают. Я буду молчать, не буду никому ничего говорить. И в течение боя, получается, эти мобы тоже будут железаться? Или нет? Да, да, да. Должны, по идее. Вон, зашел паладин, здрасте. Там срез подошел. Давай там быстрее в мочи садись. Тут... Мотик, садись, заезжай. Тебя только одного ждём. Ну, заехал он тут. Так, что, все готовы? Проверку там подтверждайте. Око, хуёка. Ты почему-то второй раз подряд забой выбирать именно нашу машину. Почему мы ему сделали плохого? Теперь око ждём. Не петух сидит, а? Кстати, я за перчатки, нахуй. Око вроде как пришел еще раз. А нет, не пришел. Чтобы колчедан сбить, надо прицелами навести. Кританул вов. Да ёпта. Перезахожусь. Так, проверяем, сейчас будет дискон или нет. Давайте, никто не отходите, сейчас ждем среза. Срез заходит, будем пулять. Пиздец, я, блядь, нажал кнопку запуска заходить, и вов опять кританул, что за нахуй. Через ран запускай. Через ран запусти. Ну я так и сделал. О, зашло. Я просто процесс не успел закрыться, видимо. Асмодей прав. Мы 45 минут сидим уже и ничего не убили, как бы. Все. Даже не потравили. Я все. Я тебе про это с Аней писал, то что долго будет. Ой, время. Поздно. С хардмодами. Все, зашел? А ты что дальше? Да. Давайте, нам нужно готовность. Только хардмод. Все, пуляем. Давайте, ну что за прикол, Тёма, он на нас. Колчедан, подбиваем. Тёма, ускорься. Так, а зачем можешь, ну, типа, поднимать хочешь? Да-да. Скорость, когда ближе где-то. Жми скорость, Егор, быстрее. Я просто пытаюсь стакнуть. Тяни колчедан. И колчедан. Саня, нажми скорость. Вот рядом с нами. Саня, скорость нажми. Бля, посрался. Ага. Скажи, не крутись как шлюха. Тяни. Скат сбить. Свитки появились. Хорошо. Скорость, Егор. Саня, скорость. Тёма, нажми. Нажму. Андрюха, 20 Саня. Секунд. А как я стаки проебал? Что за бред? Ой, наебал. Ой, я в лужу заехал. Тёма, ты чекал что-то. Мы сейчас умрём. Скорость, Егор. А подхилить есть что, блядь? Денис, ты чё? Тёма, нажми. Ладно. Всё, отлично. Я сдохлась. У тебя ж там защита еще. Короче, да, Саша, есть. Это бесполезная нет. Хуйня. А почему так машины по ХП садятся от этих ракет сраных? Они, это не от ракет, это те, кто рядом с ним, вокруг него сильно уешит прям. Да ладно. Ну, если я в другом конце комнаты, бы не были под ракеты, вы что, прикалываете? Ну так у него каст есть, вот, видишь, вот. Каст. Он на всю комнату этот каст и бьет, ребят, вы че? Да, да. Че так мало трофейки бьют? Ну хз, я набил 125к как бы.
Кто-то 7 лямов набил, там... кто-то 20, и чё? Ну, мы 200, мы. Ну, у меня 15 есть. Лямов показывает, что я набил. Квик 7 лямов. При том, что я успел... Он сразу сколько повесил. Всем видно, что всякий просрал. Ты чё, Макс? Так и у меня... Я стрелял, они нахуй просто... Ой, затроил, пиздец. Давай нормально. Я 3 раза стрельнул, они, ну, не попали в него, блядь. Почему так? Потому что рейнджа не хватило. Я же говорил про рейнджа. Я, блядь, ну, в смысле, я не на форе. Сами, блядь, весь бой нахуй ездит, ёбаный синий луч, блядь. Как нахуй? Да, дома? Типа, сам синий луч ездит, я от него, типа, качу, разворачиваюсь, обновляюсь так, типа. Давайте хардмод утюга троить десятки сначала. Чтобы давай. Все понимали, это мы реально хуй. Много времени потратили. Ну, да, это дохуя времени. Мы лучше робота потратили. Ну дальше, да. Плюсую за робота. Ну и лут как бы в 25-ке тоже, ну эти, блядь, ноги там латные какие-то. Ткань. Давайте не, это в любом... на плюс 3, а не на плюс 4 попробуем. Нет, плюс 0, идем дальше, это робот потратим. Давайте давай, все судимся. Давай, грузись. Все, поехали, Сашки, едь за мной сюда прямо. Да а, давай пополняем энергию. Что, еще поехали раз прямо так, да? Сейчас мы доезжаем наверх. Давай, и скорость, да, Егор, да, поехали. Прямо, потом туда. Скорость, да. Наверх кто-нибудь поехали сам? Подбей вот эту и притяни ее. Танк какой-нибудь, езжайте наверх. Андрюха, поехали с ним наверх. Так что, все, плюс ты отменяешь? Хармоды отменяются? Да, да. Его физически этот рейд не сделает, просто машины умирают. Надо и ИТЛ просто сделать. Больше, чтобы было ХП больше. Ну, просто чтобы люди делали все четко. Угу. Чтобы там каждый понимал, что... Башня уже умерла, что вы в нее стреляете? Господи, разворачивайтесь, едьте дальше. Маяк добить, а? Маяк, нет. Да, маяк, ну понятно, так они в башню хуячат. Смотрю, Колчедан туда летит, нахуй, блядь. Кончен и е. Это наш. Если ты жил в Корее. На мост. Половина на мост едет, половина наверх, пусть сюда поворачивай. Да не надо делиться. Блять, больше всю едет налево. Давай пошли, мост сразу идем, пойдем на жизнь. Вы тут сломали? А, уже сломали. Все, на мост поехали. Кто-то на мост, кто-то вниз, блять. На мост. И за еще раз скорость. Давай скорость, Егор, отхватай вот этот. Тёма, спиздили, понял, блядь. Пошли на. Ебанехер. Вон, Тёма, выбей вверх, тает. Вы видели этого танка, да? Полковник, понял? Чисто танк такой. Цепляй. Этот. Литан. Прямо ты же помогите плейну не сняли, не пать его в страху. Робота трофейки, помогите убить. Тёма чисто тратит на это, на ускорение. Мы тоже. Ну а хули он едет медленно, блядь, до второго. Какая мразь под меня лужу разбила? Это чё, специально? Ну, блядь, я специально, вот тебя говно мутят. Его маяк тут не разбили, блядь, Егор. Ну, спасибо, спасибо. Блядь, чё мы так долго, короче, поднимаемся? Так чё, всё? Маяки все ломайте, все башни ломайте. Ну, блядь, маяк. Забрали, видал, на лету, блядь. Вон какой-то вверху это чей. Ходора маяк. Может, Ходор? Ходор? Или Тарима. Ходор. Где-то такое было. Это в этом... Клет. Нет, какие Игра престолов, блядь, Ходор. Заезжайте все в комнату. Че, чайнимся? Егор, дай газку, шо за хуйня, еле ползём. Егора, жми педаль, Егора, блядь! Вадик, ты чё? Блядь, нахуй орать, ебаный срал. Егора, блядь, нажми.
Живой. Да, заезжайте все на эту залупу, блядь, ремонтируйте себе машину. Тут моб, у него 9 лямов хп, и его бьет одна осадка. Где, внизу? Наверху. А че там, развлекается без нас, да? То есть... танк, ебать, получается так. Мог бы как бы маякнуть. Давай его раску. Раску, Юра. Куда был-то? А нахер вам что этот за бой сдался? Не знаю, но осадка билась. Тяни вот это спереди. Там просто маяк он стоит. Да, маяк сдохнул. Не обязательно убивать. Ну, башня пламени, наверное, обязательно. Давайте все чинимся. Она мертва. Сейчас быстренько. Кто нальет лужу, тот черт. Чё, пизда тебе, ебаный танк. И чё, блин? А, всё. Все заехали в комнату. Сейчас надо починиться. Давайте, давайте. Подтверждайте и будем пулять. Там что-то не восполняется энергия, блин. Ну, КД у тебя. Ну, пройдите еще раз осталось. Там. Вот сейчас там КД есть. Заедь еще раз. Да, цветов не будет. Там КД вешается на минуту. Всё. Я тут. Все, пуляем. Я пульнул уже. Поехал. Лучше 226 шмот лутать, да? Тяни его. Тёма, бери. Если что, можешь поднимать. Стак. Ой, стакать научились. Не выжили, ебать. Да, я сразу стаку 10. Так вы зимой не хули стакать. Блять. Тёма, ускорься. Подальше отъедем. Ой, ты ускорился или все пизда? Поднимай, качела. Поднимай, поднимай, поднимай. Хорошо. Давай. Так один хоть что-то дамажит, а что дамажит? Ракеты его вот эти? Ну видишь, ну летят. Но. Тяни, Егор. Ура! Оно должно так работать? Тяни, 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 тяни. Чё, ещё бери. Нахрен вы лужу льёте? Бля, я стачу. Владимир, нахуй ты налил, бля? Чё тяни? Меня ноут подарит. Бейте каст. Ускорь. Смотри, в Эзимоде уже хп сколько нет. Разъёбан, да? Что, да, бля? Что там, что там? Ой, ебать, да, лава. При это БУЕшные две головы, кстати. Здравствуй, Корсиона. Они по 50 гастрой. Я богатый. А, или богатый. О, запа, ничего себе. Классно. Господи, сразу Игниса ёбнем, а? Пацаны, в ГБ закинь сразу. Надо их не в ГБ закидывать сразу, а на аукцион. Ну, может, ну ты, блядь, ну, с рейдер не закинешь аукцион. Очень дорогие. Блядь, а у второго танка запы какие? Ой, блядь, я эти забрал случайно. Этот, я не знаю, это что. Кого мы, Игниса или Острокрылу? Го Игниса. Го Игниса. А так, Алисочка, Владимир, вы с массакрами? Ну, Алиса, да, была с массакрой. Все, две есть. Да. Воид есть массакра? Ну, в танке есть. Почему режим боя, блядь? Ну, блядь. Надо там умирать. Так, Воид в танке у него есть. Вот Элдрина есть, вот и ваша есть. Стоят два моба, надо умереть и зайти в инс без боя спокойно. Вы, давайте с пулей мы умрем. Да, давайте путь вот этого моба левого, блядь, погнали. Ну и два сразу. Да-да, мастера. Их убьем, блядь, потом, если что, умрем. Ну, проще на них умереть. Потому что вниз еще долго ехать. Идти, кто без маунта, идти пока будет. Давайте хотя бы одного ёбнем. Ой, ебать. Уже ёбнули, по-моему. На. А лучше без боя зайти потом, чтобы хоть рыбу можно было есть. Ебать. А он же контролится, ебать, дайте контроль по нему, по второму.
танки, Сань. Останется, ну. Я нашел. Каска, если пока там дальше. И в лап. Ебать, я тебе прохил. Бать, 29 стаков стоит, где прохил, нахуй. Выйдите, блядь, скиньте стаки. Нет, блядь. Так что, мы падать будем, чтобы бой скинуть или не будем? Он же будет так висеть до конца. Блять, ну вот тебе прям это критично сейчас, да? Не, ну, чтоб там хилы ману резали. Резну внизу. Так просто еще по плацу можно на маунтах ездить. Так сейчас пешком пойдем. Мне кажется, он упадет. Не, все так же бой висит. Да, понятно, что висит. Я сдох, у меня. Оставил, у тебя есть спекс макс с массакрой? Артстайл. А нету, да, с массакрой? Ну, 4 человека бля. Есть с массакрой. Шашлыка, ну, тогда поднимите, ладно. Бля. Слышите? Поднимите шашлыка, бля. У нас один гимн будет, так что, Саня, я не знаю. Черти. У нас 4 массакры. Чё шипа нету-то? Где у нас шипы? Нету, блядь. Нету. Он пусть дает 4 массакры по очереди, артстайл будет мастер ауру скидывать, плюс гимн есть. Там уже первая массакра откатится. И да, и два этих, два торпил. Почему у вас нормальный фурик сидит, блядь, в пати с магами, нахуй, а Энг сидит в пати с хантом? Энг больше дает? Что он больше? Срез мана дает. 5% у него расовая хуйня. А дайте его к хилам тогда, ебать. Зачем он? У вас есть ладомин. У вас-то есть такой же. Кто у нас ливнул? А, Егор. Че ливнул? Сейчас он. Проблемы. А у хилов не багается ничего. А нет. Может трэш почистим, что стоим? Да, давайте. С левой стороны вон один бегает. Быстрее, и цепляйте левого одного, быстрее. И косты ему кикайте. Вары, косты кикайте ему, блядь, чаржем. Для поединчики бафните контрол, пожалуйста. Пошел. Хорошо. И сразу отходи вторым, блядь, чаржем. Хорошо. Давайте быстрее добьем, пока второй не дошел. Пол сразу пульнуть. Бить, хорошо. Пуляйте следующего. Все, КД пока. Чекайте мупов, кстати, блядь, по луту, блядь. Хорошо. Ну это они, блядь, все время ульда бесит, нахуй, этим, блядь, баганем боя, блядь. Каст, ничего не сбили, понимаешь? А он чаржился поздно. Да нет, вообще-то диминишен тоже был. Мы вдвоем. Ну, хз, два раза, два вара одновременно прыгнули.
там стан. Не, не, он не сбивался даже. Я забаню, может, блядь, блядь. О, бой скинулся, блядь, с меня, по крайней мере. Ха-ха-ха, сейчас дам, подожди, на тебя бой. О, он просто по ловушке прошел, и вообще похуй, да? Пойдем поебать, Саня, на тебя. Че за вообще похуй? Сейчас того еще спулите. Да я забаню. А проверьте, фиряется моб? Если фиряется, можно в фире держать, просто он не будет кастовать. Можно пока не проверять вообще. ДК будет кастовать, если что, притяжку используй. Отводи дальше. О, хилый релок делает. А кто шестым будет в том? Отведите еще. Пять хилить. Загрелся. Да, срез там что-то, конечно. Кто будет шестым-то? Да нету, блядь. Кто, блядь, не будет так надо шестым? Ебать. Зачем тебе шестой хил? Ты в нас не веришь? А первый раз во сколько убивали хил? Шесть? Ну, да, в прошлый раз шестого подспекивали. Был бы Арчи, я бы все, я бы был уверен. Тут Арчи нет. Арчи пиво там, да. Опять тебе нет, да? Да. Вперед, хватки. Да, тут ноги. Сапоги упали. Танковские. По-моему, они мусорные. Варвость. Ну они на вара или на пала? Блять, я не могу. Все хуйня. А, в бою же ёпт. А шо в бою? Не можешь шмотку забрать? Да. Все, можешь в бою забрать. Дай мне. Я не могу. Ты чё, блядь? У меня и этот забагался. Я не могу тебе лутера дать. Переключи добычу на групповую, потом обратно, потом нажми нет, потом кинь себе всё. Ебанется. Без, блядь. Нихуя подобного, нахуй. Кинь на меня, я лутер. Да не могу я, Кирилл, не могу. У меня здесь забагался все. Сейчас, Кирилл. Так. Так тоже не могу. Надо бой скинуть. Нажми инвиз, давай добьем, я хуй знает. Инвиз, нажмешь, бой скинется. Пока не скинул. Нет, нет, это Сань. Что, умираем? Ну это лучший вариант, чем дергаться. Можно альт F4 поражать. Так ты все равно умрешь же, блядь. С хуя. Ну давайте, блять, агри тогда босса, шо мы стоим. Погоди, 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 секунду. Не все в бою, вы чё? Ну, тогда с комнаты выйдите, кто не в бою.
Верните, пожалуйста, сейчас... вот эту хуйню еще. Какая это. Одна шмотка. Срез. Босс забыл. Ну, что, умираем, получается? Я не знаю, я альтов 4 прожал. Я не в бою. Ну ты мёртв. Хуя я мёртв, я просто за ульдой, и всё. Идём в лужу. От босса. Нечаянно стоит АПК, блядь. Смешно будет, если... Блядь, не тяните время, ну ёбаный рот. Мы, блядь, час висим, нахуй, нихуя не сделали, ебать. Утюга убили, пиздец, блядь. А вот те, кто наверху, у них точно боя нет? Я через час нахуй уйду. Теперь нет. Нахуя ТГП въебал за шмотку с трэшем? Так ты это топовый. Это не с трэш, это с дыга упало. Нет, он с сапоги, это с трэша. Типа и в прошлый раз было такое, за меч и так далее. Да. За какой меч? Ну в Наксе когда было, Женёк. Месяца три назад? Ну сейчас так как-то новый рейд, и это топовые сапоги. Ой, дайте мамонта нахуй. Или папонта, не знаю. Папонта. Починитесь все. Рыбу, да, поставьте. А рыба стоит. Исчезла вроде уже. Ну так вот одеть аж не обнял. Ну нахуй ты нашел-то ебать, ты чё, блядь? Верни мумонта. Чё-то у него нервные все, блядь. Ну, получается, у Егора и двух улипалов, как у Мастакра есть, да? А еще у нас есть огурцы, есть руны Мороза. Морозные руны. Хитагами столовка в танках, остальные в ДД. Столовка, наверное, на боссе. Хитагами, ты на это... На трэш. Ты знаешь, что на трэше делать надо, не? Да, он знает, что делать на трэше. Танки должны уже знать, что делать. Какие еще у нас тут основные моменты? По анонсам, Влад, там поанонсишь, когда и кому какие сдавать. Ты... У нас получается Алисочка, да. Алисочка, Ладомир, Телдрин, есть Массакры. Войт, у тебя нет. Ладомир, Алисочка, Войт и Телдрин, да? Не, у меня метрики отсрау. Нет. Егор, Владимир и Алисочка. Три человека. Артстайл. И у двоих, и у Артстайла, и у Войда есть мастерау. Мастерау. Так, пока они вдвоем идут огонь ставят, отходят от этого, от рейда, ставят огонь. Герас полдаем сейчас. Отбегай, Войд. Войд и второй, отбегайте, ставьте, слышите? Просто ну нахуй, еще истерит сон. Артстайл появился. Войд, забери первое. А, вот он у Артстайла уже стоит огонь. Как прожмет, заберешь у него огонь. Да, у нас свобода. Там ты будешь. Нормально. Все нормально, да? Второй поставил ауру. Сейчас ресторан смог охуеть. Да, стоит аура.
Меня слышали? У нас должно стоять прото, третья аура и огонь, блядь, у остальных. Нахуй тут лёд стоит, скажите мне. Пусть они все втроём. Переставьте на огонь, холи-палы переставьте на огонь, нам нужно будет массакры. Постоянно, ещё нахуй мастер-аур. Алисочка, оставь третью ауру. Владимир, сходи, поставь тоже от огня. Блять, размотил Влада, аж настроение пропало. Сейчас ты нахуй, блядь. Я забыл опять мусор вынести. Блядь, мусор вернулся опять. Я буду на мобах, буду их взрывать. Лоя. Всё, поставили? Влад! Сан, давай. А! Мне, блядь, озвучивать тотем? Только и можешь выкидывать. Давай, да-да-да. Нечаянно заливаешь в рыло. Суф по себе держишь, Иннер. Блять, я без маны был, да? Кушайте. Запакую всех и смекал. Шо? Я не готов был, потому что у нас петух на гайме. Да, давайте. Давайте вот это потом. Даю, Гера будет с пула. Сейчас, секундочку. Ну, Геру как поставят. Как поставят, да. Геру. Нечаянно, Иннер. Моба забирай, выводи. Меня забрали в ковш, прохил, дайте. Готовимся каст топать. Алисочка, дашь массакру. Давай, 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 давай. Бога, ага. Бля, Сань, снимешь сотку с этого, блядь, слоя. Потом. Хорошо. А, ну хотя так, да. Готовишь. Владимир, готовишься. Сразу с мастераура, да? Стоп, захиливай просто ходками. Давай, задавай, Владимир. Хорошо. Суфа прохилить срочно. Ты этот барскин можешь прожать. Хитагами, не подходи, потом ты его заморозил, все, убегай от него. Нечаянно, дай БР по суфу. А, СС был, да? Блять, хули он в руке точнее. А, в огне. Женёвый. Да, я в курсе, я думал просто, что это сам солюшка, никто не отвлекается. Готовишь, Телдрин, массакру. Сдавай массакру, ма. Пехило. Пять. Давай, блядь, нет у нас, да? Я гимн только пою. Нечаянно, спой, спокойствие. Алиса, откатилась у тебя? У кого ЭМА? Есть плюсы, нити? Да. Ой, да есть. Меня взяли в ручку. Арстайл, ты следующий дашь по команде? Кнопку держи, если что, я тебе сейчас скажу. Давай, прям сейчас давай. Готовим прохиливать, оставила, прохиливаем, блять, на тебе, сука. Заебал, живи. Ебать урона, ёбнешься.
Алиса есть? Колодец, да. РД стоят. Суфа прохиливаем. Готовишь, Алиса? С полтинниками, я в тебя что-нибудь закину сейчас. Ой, по себе флешки закидывай. Готов, нажимай. Прохиливаемся. Кому плохо, жрите орехи. Суфа хилим. Будешь давать гимн? Стэн, точнее. Да давал. По твой гим. А я на хп сдавал, блядь. Ёбнешься, блядь, ладно, ждём. Не знал тогда, ты тем, блядь. Средного прохиливаем. Ай, пизда нам. А, Владимир откатилась, нормально. Да, блин. Подъебалом, не стойте-то, ёбаный рот. Меня прохиливает. Он развернулся. Когда убьете уже его нахуй, он заебал, блядь. Ты, Эдрин, откатила масса краутера? Сдашь сокрус и ма одновременно. Ты давал, да, Владимир тогда? Владимир, дашь? Есть тебе? Сдавай, если есть. Маны нет никогда. Моба, слейте. Эмаз, давайте паладин, у кого есть. Огурцы едим. Меня прохил. Опять меня прохиливаем? Хейтер. Тур хейтит. У кого есть массакра или ма? Плюсовайте, блять, пиздец. Живите, сука. Войд бабл. Войд, сука. БР его. Нет бабла. БР. У нас еще есть один БР. Давай, суф по войду. А, нечаянно дай по стайлу. Нечаянно мне дал. Какого молодца прохиливаем? Блять, ник пизденец, нахуй. Давай, сдавайте массакру. Пиздец. Как неудобно, когда их нет, да? А так, лок, ты умираешь. Асмодея, ну ладно. Два ляма с половиной. Терпим хилы, ману экономим. Суф, иди рукой побей по боссу, там чуть-чуть маны себе отрегенишь. Под буйный рост даешь, короче, только под эту хуйну воет, сам там полдинника дай. У кого эма сакра есть? Он тотем. Сакра, вот он, ты им сдашь, давай. Все, давайте, последний будет. Бля, красавчики. Добивайте. Доливайте, ебать. Хорош. Бать, у него анимация работает, я вообще в шоке. Бать, я колечко, и рецептик упал, блядь, ступни, блядь. Просто бой ради моего кольца отвечает. Триня упала, пацаны. Натунка, нахуй. Ебать, натунка, нахуй, точно. Вот это да. Няжное дело, охуенные ступни, ебать, два сокета, нахуй. Сейчас может начаться драка просто, нахуй. Сань, ты не выкладывал эту хуйню? Рунические сферы? Да, выкладывал, продал. Забирай обратно. По девятке. Нахуя их собирать обратно, если они по 9к продались, а сейчас на аукционе по 6, блядь. А сейчас же еще дешевле.
Боже, щиты. Мне уже никому нахуй не нужны эти сферы, блядь. Ресница, сейчас одну шмотку сделать за лут давать. Боже, щиты. Щиты заложены. Заебал, там свой, блядь. Слетел. Летел, ну. Я уже захожу сам. Кто взлетел? Там сейчас одна шмотка, Владик, по баблу 150 тысяч, блядь, голды нахуй сделать. Именно баблу, а, да ну любую нахуй, я чё не делаю, блядь. Там надо 6 этих сфер, а сейчас 6 сфер, это только 36 косарей, блядь, нахуй. Ёбнешься. Нахуй такая шмотка нужна. Да тем более шмотка, ну, 2 сокета. Да сейчас, блядь, они добавят нахуй из АВД, блядь, они эти шмотки будут стоить хуйню, блядь, там по 5к, нахуй. Типа, там, на сову, фаера и все, по-моему, там, без хосты, она нахуй никому с духом не нужна. Локу, разве что демону еще. А вон какой-то один недоразвитый же волчати продает, нахуй, сапоги крафтовые, блядь. За 70 тысяч надо, блядь. А чё с этим делать, с выкройкой? А рецепты чё, Саня, может, ну, ты там лето... Я пока себе их забираю. А, ну всё. Пусть лежат. Батренька. Жёсткая. Тренька реально крутая. Атома. О, срез. ДЦ. Охуеть, блядь. Охуеть. Я нахуй шмотный там левел отдел, блядь, а назад забыл, блядь. Я же говорил, блядь. Я забою. Батя побер, нахуй. Собака по жизни. Ты очки не одел, блядь, или что, нихуя не помню? Не, я колечко по ВПшной тринку не одел, блядь. О, ачивка. ГЦ. Герой, ГЦ, бля. Ну, кольцо, наверное, хаоса отдам. Вполне. Ой, а чё я бесплатно им отдал эти шмотки? Блядь, сука, не туда нажал. Я считаю, нормально поступил. Да, пацаны? Да, да. Вот, видишь, поддерживают. Праздником. Спасибо. У меня когда много. А у кого сейчас есть с собой чарка, регина инчанский на чарку на кольцо? Там сколько-то пыли, он... одна космическая. Лоя. Нет, наверное, у меня лоя есть, его круто. Хотя чуть-чуть есть каких-то на кольцо, говоришь? Тут эти рейги нужны, если есть у кого-то, пожалуйста. А я в холике хилю. Да? Точно? Да. Тут ДЦ, по-моему, попрофитнее будет. Я вот тоже думаю. На роботе холик. На роботе ДЦ. На хэме холик получше. ДЦ. Ну там сферы эти метки выносить под щитком заебись. А ты, получается, Эми дал за пояс, а мне за кольцо, да? Как так? Все правильно он дал. Да, го ебашится, чего нахуй? Все правильно он дал. 149 стоит пояс, а кольцо...